И сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей». От родства твоего, из дома отца твоего, иди в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел он. Авраам был 70 лет, когда вышел из Харана. С собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане. И вышли, чтобы идти в землю хананскую, и пришли в землю хананскую, и пришел Авраам по земле сей по длине ее, до места Сихема, до Дубравы моря. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал ему: «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе, на восток от Вефеля, и поставил шатер свой так, что от него Вефель был на запад, а Гай на восток, и создал там жертвенник Господу, и призвал имя Господа. И поднялся Авраам, и продолжал идти к югу. И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: «Вот я знаю, что ты женщина прекрасного вида, и когда египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых». Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая, увидели ее вельможи фараоновы и похвалили ее фараону.
И взята была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради ее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона, и дом его за Сару, жену Аврамову. Авраама и сказал: что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал: она сестра моя? И я взял было ее себе в жену, и теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди. И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его. И жену его, и все, что у него было, и Лота с ним. И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было, и Лота с ним.